Итак, всем привет! С вами Никита Брулевич. У нас третья часть по сборке Мегаминкса. Как ее будем собирать? Знаю, в прошлой части я немножко поторопился в конце, но думаю, все было понятно. Если непонятно было, я пересниму. Тут мы будем сначала собирать серую звезду, потом расстанавливать все элементы правильно. Знаю, в 3 на 3 мы делали по-другому, но я теперь научился новому методу и могу быстрее это сделать. И у нас тут могут быть три ситуации. Это маленький лучик, три вместе, и когда два вместе и один тут. И это сам... И только из этой ситуации можно увидеть другие. Ну, смотрим. У нас есть наша формула. Чтобы когда мы отводим, так делаем и переворачиваем. Давайте ее прокрутим, только начинаем так, чтобы на нас смотрел этот лучик. Если у кого-то другие ситуации, можете... Вы не переключайтесь на другое какое-нибудь видео по сборке Мегаминкса, досмотрите просто его, я вам все покажу. Вот, чтобы он смотрел на нас. Отводим, поворачиваем фронт, делаем пиф-паф, эта формула всем уже знакома, и обратно. Вот ситуация, когда три штуки, три лучика. Теперь берем тот же самым последним, который у нас есть, крайним. Тоже вверх крутим, фронт, пиф-паф и фронт обратно. И вот ситуация, с которой это наконец-то закончится. Берем так, чтобы на нас смотрел один из двух лучиков, которые вместе, а именно крайний. Отводим, поворачиваем фронт, делаем пиф-паф и обратно. Как видите, у нас получилось собрать серую звезду. Следующий этап – расставить элементы по своим местам. Ищем хотя бы два элемента, которые стоят на своих местах. Как ни странно, но у нас везде по одному. Если везде по одному, мы будем тут крутить новую формулу. Если у вас один элемент или два, держите так. Если один, чтобы он был справа, если два, то один справа, другой, ну как бы, справа выше. И делаем формулу такую. В 3 на 3 она тоже есть. Я сниму, наверное, потом новое видео. Напишите в комментариях, нужно это делать или нет. Ну вот, смотрите. Право, вверх. Право-вниз, вверх два раза, право-вверх, вверх два раза и право-обратно. Нам нужно, чтобы у нас два вот этих вот элемента стояли на своих местах. Давайте ищем еще разок. И вот у нас два вместе так стоят. Как я говорила, один справа и другой справа выше. Еще раз делаем. Право-вверх, право-вниз, вверх два раза, право-вверх, вверх два раза. Вправо-вниз. Смотрим, что у нас получилось. И у нас получилось то, что вот эти два элемента стоят правильно. Держим так, чтобы один был левее сверху, а другой смотрел на нас. И делаем эту же формулу. Право, вправо-вниз, вверх два раза, право-вверх, вверх два раза, право-вниз. За один раз может не встать. Иногда за один раз встает. Еще раз прокручиваем. Вверх. Вот. У нас собралась правильная звезда. И теперь у нас углы. Ищем два угла, которые стоят на своем месте и стоят на своем месте. У нас сразу два стоят на своем месте. И нужно, чтобы два именно стояли. Это, конечно, плоховато. Я их сейчас, конечно же, разберу. Чтоб было про что видео показывать. Допустим. Вот, один стоит на своем месте,
а другие не на своих. Нужно, чтобы два стояли на своем месте. Какой поставим? Этот или этот на свое место сюда, или этот на свое место сюда. Давайте этот поставим сюда. Делаем формулу для того, чтобы поменять углы. Я буду делать только против часовой стрелки формулу. Специально делаю медленно. Кто не смотрел, тот. Чтоб те, кто не смотрели, тоже смогли повторить. За один раз не встала. Я не делаю право, потому что я тут в них немножко не разбираюсь, когда какую делать. Еще раз делаем ее. Вот у нас два угла встали. И теперь вот эти три нам нужно менять. Эти три. Держим так, чтобы вот эти вот, чтобы фронт были вот эти два крайних. И теперь еще раз прокручиваем. Не встала. Еще разок. Вот. И теперь все под низ. И делаем пиф-пафы. Тут могли даже 5 уголков быть перевернуты. Но это ничего страшного. Это тоже так же решается. И вуаля! Мегаминг собран. Я говорил, ничего трудного. Так оказалось. Надеюсь, у вас получилось его собрать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до новых встреч!